еще мы хотим напомнить всем взрослым, что завтра день Святого Миколая. А значит, под подушку ребенку надо положить что-нибудь. Ну, в общем, какой-то небольшой подарок. А вот вечером обязательно взять его за руку и повести на центральную площадь города, где в 18:30 будет открытие новогодней елки под названием «Казки у Задзеркалья». В общем, будет интересно. И вы впервые увидите, как зажгутся огоньки на нашей городской елке. 18:30, 19 декабря.